Всем привет, друзья! Продолжаем нашу серию по фанкам из аниме. И сегодня у нас товарищ Эйс из One Piece. Да, вот наконец-то хоть что-то у нас из One Piece появилось. Вот очень хочется Тони Чоппера достать, но вот пока не получается. Ну и давайте посмотрим, какая у него шляпа огроменная. Уже предвижу проблемы с устойчивостью, но... Надеюсь, их не будет, как с Рюком. Так, все, там никаких картиночек, ничего нету. Так, и подставочки, кстати, смотрите, у него тоже нет. Ну, ой, шляпа очень тяжелая. Ну, давайте посмотрим, будешь ли ты падать, приятель. И да, вот уже вижу проблемы с устойчивостью. Сейчас вот в разные места. Да, вот он немножечко качается. Ну, по крайней мере, как Рюк, за спину сразу не заваливаются. То есть, да, ему либо ноги вот надо было чутка побольше сделать. Ну, в принципе, да, нормально. То есть такой проблемы, как с Рюком, нету. Ну, это давайте посмотрим. Голова, конечно, у него просто обалденная. Это посмотрите. И волосы, и шляпа какая. Вот тут, не знаю, жемчуг или что это такое. Смотрите, какие у него эти очки. Здорово. Это же, наверное, очки вот так вот, наверное, делают. Хотя, не знаю, может быть и нет. Вот. И обратите внимание, вот эта часть, она вот отдельной резиночкой сделана. Вообще офигенно. Да, то есть такой интерактив. И вот он в руках, у него огонь горит. Ну, огонь вот, кстати... непрозрачный, то есть сделан из непрозрачного пластика, да. Ну, в принципе, такая придирка. Само тело тоже довольно такое массивное, вот у него татуировка на спине. Так, да, кстати, кстати, голова крутится, тоже прикольно. Вот, на шее тут тоже жемчуг, кстати, на шее сделан... Ну, не очень, потому что вот сверху красненькое видно, да, а снизу вот уже от тела краска переходит, да. Ну, ладно, бог с ним, на самом деле, там его, если поставить, не так и видно. Да, сейчас вот я со своей перспективы пытаюсь, да. Ну, да, его там практически нет, тем более тут эта штука висит, так что да. Ну, а в остальном, да, вот ботиночки. Тут как минимум трех цветов у нас получается. Вот черный, серебристый, серая подошва. Вот тут подсумочек синенький. Ремешок коричневый. И опять же на ремешке вот серая бляха. Буква А красная. Ну вот с ремешка вот на тело немножечко зашло. Да, есть такое. Ну, да. Ну опять же... Бывает. Вот тело вот интересно сделано. Вот сама голова вот матовая, а тело такое более глянцевое. Вот не знаю, почему так сделали. И вот такой контраст между телом и этим идет. Да. Ну, в целом, да, вот голова. Голова все вывозит, она очень здорово сделана, она огроменная просто. Вот бывает вот у некоторых фанков головы относительно небольшие, но тут вот за счет шляпы, за счет волос она просто смотрится. И он очень тяжелый, вот, кстати, такой вот очень массивный, да. Но при этом, опять же, повторюсь, вот довольно устойчивый, то есть... Так сказать, проблемы Рюка не возникает, да. Даже немножечко руки у него, да. Ну ладно, не будем его терзать. Вот такой вот у нас Эйс. То есть, опять же, для любого фаната One Piece будет отличный подарок. Ну и попробуем достать Тони Чоппера как минимум, да. Вот так вот, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, вступайте в нашу группу ВКонтакте обязательно, заходите в наш магазин, вступайте в нашу группу в Амина, в Дискорд, вот, ну и следите за трансляциями на Твиче. Все, всем спасибо, всем пока.